Так, что меня слышно, да? Вот разговор с ватником, путинистом. Ну, не слушают они никого. Любые пропаганды, которая все врет, как будто им правду, истину говорит. Государство всегда врет, если оно правду начнет говорить, что оно людей морит и грабит. Ну, даже на ватников тупых это подействует. Поэтому приходится врать государству российскому. Все они врут, все СМИ врут. Какой-то США там мне все рассказывает. Я США не люблю. Вообще. Какое-то дурацкое противостояние выдумано России, США. Россия, США фигня. Россия фигня. Украина фигня. Ну все, в общем. Ну, то есть разговаривать бесполезно. Там где-то сидит, паразит, кровь пьет народную. И зашибись ему.